Подмосковный полигон Алабино и парк «Патриот» всего через сутки станут, пожалуй, одним из самых безопасных мест в мире. Такую концентрацию современного вооружения и лучших военных из 28 стран мира найдешь где-то еще вряд ли. В понедельник здесь будет дан старт военно-техническому форуму армии и 7-м армейским международным играм. Всю последнюю неделю сборные, в том числе и белорусы, тренировались. Планка у нашей команды высокая, ведь по итогам прошлой военной олимпиады мы стали вторыми в общем медальном зачете. И, похоже, в этом году позиции своих сдавать никто не собирается. Белорусские военные поборются за награды в 27 конкурсах из 34 заявленных в армейских играх. Большинство для нашей сборной хорошо знакомы, но есть и премьеры. Например, конкурс «Меридиан». Впервые военные топографы не только пройдут, но и зарисуют трассы полигона Алабино. Они будут стрелять, двигаться по азимуту. В финале самый зрелищный этап – топографический квадратлон. Это эстафета специальных заданий, синтез выносливости и смекалки. Здесь самая сложная задача – это стоит у начальника расчета, который должен во всех этих движениях работать с прибором и устанавливать, и при этом нужно поразить две цели. То есть одна цель находится вот там, за бугром, а здесь первая цель. Значительная часть нашей сборной осваивается и на полигоне Дубровичи под Рязанью. Там белорусы выйдут на старт сразу трех конкурсов. Уже проведены стрельбы и приемка боевых машин, состязания «Десантный взвод». Экипажи БМД-2 отработали посадку, скоростной старт и гонку. И небо команды уже тоже опробовали. Все тренировочные полеты там же, под Рязанью, провели и наши летчики. В понедельник там стартует конкурс «Авиадартс». Сборная команда ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси представлена в трех номинациях. Наши асы поднимут в небо штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24 и Ми-8. А полигоны Воронежской области вспахивают шинами мастера автобронетанковой техники. Белорусы выйдут на трассу с командами из России, Китая, Узбекистана и Египта. Каждому придется в прямом смысле показать чудеса на виражах. На пути команд – искусственные препятствия, змейки, серпантин, косогоры и водные преграды. Ну и главное ожидание белорусской сборной, конечно, от танкового биатлона. Наша команда традиционно в числе лидеров. Накануне танкисты провели предстартовую пристрелку. Уже завтра здесь, в Алабино, заскрежещет стали, заревут моторы. Это будет своеобразное превью к официальному открытию. Пройдет первый заезд танкового биатлона. Опробует трассу второй дивизион главного конкурса армии. Высшая лига, куда входят и белорусы, на старт выйдет в начале следующей недели. За наших болеем во вторник. Светлана Карульская, Светлана Чевдарь. Наши новости. Полигон Алабино, Московская область.